зовут Женя, на канале XMBTV. Сегодня мы все будем искать много сюрпризов в этой банке. Угу. Что, начинаем? Останови, не падай в воду. Воду не падай. У нас сегодня в гостях Чебурашка. И, конечно же, вдруг Хэй. Что ты нашел? Снегу Пеппу. Да, раскладывай сюда. Белорус. Ой. Женечка, я с тобой прям не успеваю, так легко их находишь. Прям как какой-то ниндзя. Смотри. Ой, подожди, покажи еще. Ой, какой краб страшный. Давай. Следующий. Ой, зум. Смотри, какой зум. Я прям думала сказать. Ой, карпуз. А ты кто это? Ой, Марсу. Ого, что я бы сама встретила. Когда я, блин, все на «бы». Ой, кто это? Это Крепыш? Нет. А, я не знаю, кто это. Это не знаю пока. Пока не знаю. А что у нас там еще есть? Целая банка Орбис. Смотри. Что это за такое чудище? Не знаю. Какое-то зеленое существо. Это Зе из мультика. Такие вот выкрывали. А, понятно. Штучки. Или кто еще? Кто это? Какой-то желтый монстр. Не знаю, это за мяту закрывали. А где еще? Ух ты, какое сборище всяких существ и свинок, и других друзей. Даже Миньон тут есть один. А, привет, я Миньон. А где еще? А где еще сюрприз? Даже два Джорджа. Ой, один чистый, а другой грязный. Это грязный? Да. Нет, это чистый. Это чистый. Вот тот грязный, да. Видишь, у него на лице клякса. Да. По нему Медадыр плачет. Он прыгал по лужам. Да, не, он, по-моему, механик. Он механик, и он пытался чинить. Не знаю, что он пытался чинить, но он весь измазался в машинном масле. Так. Ну-ка. Не достается. Не достается? А там еще есть, как ты думаешь? Как вы думаете, друзья, там еще есть? Не, думаю, нет больше. Давай посмотрим. Можно я попробую? Да, найти. Да, давай. Своей большой рукой тогда нырну. Ой. Ой. Кто там? Ой. Доставай. Как странно. Как странное чувство такое внутри. Как бы так вытащить, чтобы они все не разбежались. А мне кажется, там больше нету, Жень. Кажется, больше нету. Это, по-моему, все. Пока, я вас люблю. Пока-пока, я вас люблю. Подписывайтесь на XMBTV. Пока-пока.